Blackmark Studio. Друзья, всем привет! Вы снова на канале Black Monkey, и я сегодня хочу вам показать, как написать трек под какую-то картинку, либо видео, да, то есть тематический трек, будто реклама, либо еще что-то бывает, что приходят такие заказы. И что, будет такая очень спокойная мелодия. Будем писать трек по картинке, то есть я взял, скачал картинку с интернета, и все, добавил в свой Reaper. Сука, где она? А, вот. Добавил свой Reaper, да. Тут есть такая функция, чтобы можно было добавить еще в сам проект видео либо картинку. И вот видите, то есть я ее открываю тупо в самом проекте. То есть она у меня отдельной дорожкой. Это очень удобно для того, что вот вы смотрите, да, и вы должны понимать, о чем писать трек. То есть вот у нас такая картинка старинная, комната, да, и надо просто понять сначала сам характер, да, как, что вот тут будет происходить. То есть мы смотрим, что здесь такая уже старая комната, грусть, печаль, какой-то такой мрак прям происходит. Вот, и вот по такую вот картинку я написал вот такую вот мелодию, сейчас с вами потом разберу. Она звучит вот так вот. Да, то есть вот видите, такое прям мрачно. Как по мне, эта мелодия очень подходит, да. То есть даем немножко развития сейчас. То есть одиночество такое. То есть сразу же какой-то холод идет по коже. Вот такая вот маленькая песенка, трек. Да, и тут, в принципе, что? Тут ничего такого сложного нет, да, ну, так как я уже насмотрелся на эту картинку, я ее уберу, закрою, и смотрите, что тут у меня вообще получилось. То есть, ну, я очень люблю партии пианино, поэтому я сюда добавил пианинка, как всегда, библиотека контакта Giant, она мне очень нравится. То есть, вот у меня первая партия идет. Да, такая вот спокойная. Немного убрал. Низа. Тут я добавил, мне очень нравится этот плагин Lo-Fi. То есть вот без него. Обычно. А тут добавляется, знаете, такая вот старина какая-то. Можем тут немного прибрать еще самой атаки. Все-таки так. О, не туда, не туда, не туда. Еще разочек слушаем. То есть вот такое вот у меня. Можно сюда немного добавить еще ревер. Попробуем. Ревер от Valhalla. Совсем чуть-чуть я его добавлю. Ага, вот. Так, есть. Потом, что я тут добавил? То есть, тоже у меня пианка, только я разбил две партии. Вернее, один и тот же самый, только на две дорожки, видите? То есть здесь у меня просто идет мелодия. Вот. А здесь у меня просто идет бас. Вот, чтобы я тоже мог с ним как-то поколдовать. Может быть, сделать его немного помягче. Вот, вот так вот. И чуть-чуть, может, тише его сделать. То есть, видите, в принципе, библиотека та же самая, но я делал разные манипуляции среди них. Есть. То есть, видите, это я просто поставил лид. Это у меня сигнал. Я сделал такую же самую партию, как пианино, мне дает.
Я очень люблю делать такие штучки. Да, то есть мы можем ее немного добавить. Тут уже стоит Валхала. Можем... Мне нравится так, вот так вот делать. Немного разбросаем влево-вправо. Вот, поставим ревер после этого. И добавим нашего микса. Вот, чтобы, видите, он был такой сзади. Опять же, это еще тут нет никакого возведения, это просто показываю, как я пишу. Смотрим. Видите, уже у нас получается такой какой-то образ. Одиночество. Так, добавляем сюда еще. Такая вот мелодия тоже пианинка добавил. То есть я тут просто сделал в интервал. Так, еще такую партию сделал. То есть это такая одна партия на расстоянии. Это у меня сигнал. Ой, многовато. Вы поняли, да, как они проводят партию? Вот такой вот сделал партию. Добавил еще. То есть надо какие-то такие вот поверхностные звуки, чтобы они не очень сильно выделялись, врезались нам в уши. Вот, партия наверх тоже пианинка. Я тут сразу же просто подписываю, чтобы мне потом было удобно сводить. Я понимал, но потом еще тут еще как бы много работы над этим всем. Добавил еще такой вот. Видите, вот как будто... Сейчас вот так вот сделаю. Партия как будто скрипка, да? На самом деле это было... Блин, так я уже, видите, перевел в аудио. У меня была вот такая вот партия. Я уже забыл, что это за библиотека, если честно, даже. Такая вот у меня была партия. Да, то есть какие-то вот просто звуки, шумы. И я там нашел подходящий моментик и просто его вырезал и сюда вставил, и все. И у меня теперь получается такой вот подъезд. А вот так вот она звучит вместе. То есть тоже очень клево, как по мне. О, мне нравится этот, кстати, плагин. Вот слушайте, как оно звучит без плагина. Да ё-моё. Вот так вот. Вот это вроде бы тоже библиотека Signal или Signal. Вот, то есть это такой, кстати, немного ревер со всякими приколами. И еще добавил тут от Valhalla. И продублировал эту же самую партию. Только выше. И у меня получился такой вот. Может, немного громче. Вот, очень клево. Мрак такой прям. И вот, слушайте. Как по мне, очень круто. Как по мне, под эту картинку, это вот само оно. Да, и все. Ну что, тут только осталось свести, разбросать там. И все будет круто. Что ж, на этом все. Я потом выставлю на канал, что у меня получилось.
и вы посмотрите. Все, всем хорошего настроения, всем хорошего дня или вечера. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну все как по стандарту. Все, всем пока.